Началась ежегодная вакцинация против сезонного гриппа. Препараты поступили в поликлинике округа. В этом году ситуация особенная, так как вместе проходят сразу две прививочные кампании. Как и когда сделать профилактические уколы, можно ли прививаться от ковида и гриппа одновременно, выяснила наш корреспондент Александра Амелина. Более 400 тысяч доз вакцины уже в медучреждениях округа. Только в Нижневартовске 40 тысяч доз Савигриппа. И уже есть желающие привиться от сезонной инфекции. Заставило только убеждение мое, да, что прививаться обязательно надо. Что прививка – это самый действенный способ защиты от инфекции. Точно так же, как мы ставили прививки от коронавируса, я решила поставить прививку и от гриппа. Вспышку инфекционного заболевания прогнозируют в декабре. Чтобы сезон прошел спокойно, медики рекомендуют сделать прививку заранее, в сентябре или октябре. Для тех, кто планирует вакцинироваться и от гриппа, и от ковида, в Югре разработали специальную памятку. Одному пациенту оба препарата ставить можно, но только с промежутком в 31 день. Если мы сейчас упустим этот момент, то грипп может поднять голову, и тогда будет микс-инфекция, когда к ковиду присоединится еще и грипп. Тогда будет очень серьезная ситуация. Поэтому мы призываем к тому, что все-таки просчитать время, просчитать этот месяц и получить прививочку. По словам руководителя регионального депздрава, в последние два года тяжелых эпидемий гриппа не было, потому что сформирован высокий коллективный иммунитет. В Югре за год вакцинировали 1 000 000 человек. Сейчас в плане защитить от инфекционного заболевания 60% населения. Про ковид. Да, более 50 тысяч доз вакцины сегодня в округе есть. Более 500 000, если быть точным, 536 тысяч, 537 тысяч на сегодняшний день вакцинированы. То есть более 500 000 жителей вакцинировано. Мы понимаем, сколько жителей переболело, поэтому иммунитет, он формируется. В этом году состав вакцины от гриппа изменен. На выбор 3- и 4-валентная. В первую, например, входит 2 штамма группы А и 1 группы Б. Штаммовый состав вакцин, на которыми прививаем в текущем сезоне, изменен в части разновидностей гриппа А, ранее не встречавшихся и, как следствие, ожидающихся к циркуляции в предстоящем сезоне. Сделать прививку можно не только в стационарах, но и в мобильных пунктах вакцинации. Они оборудованы в торговых центрах МФЦ. Югорчанам прийти туда можно до 10 часов вечера. Александра Амелина, Жанна Кузьмина, Никита Ручкин, Эльдар Ибрагимов. Вести Югория, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.